Всем привет, вы на канале Mobiver. Выбираем большой смартфон за недорого. Правда, тут оговорюсь, для кого-то 5,5 дюйма это небольшой смартфон, а цена 150-200 долларов это не недорогой смартфон. Итак, сегодня сравниваем Samsung Galaxy J7 Neo J701 и Xiaomi Redmi Note 4X. J7 Neo сейчас продается за почти 200 долларов, тогда как Note 4X можно взять от 150 долларов в рознице. Ну, за Али я вообще молчу, там бывает и дешевле. Стоит ли переплачивать за Samsung, или за эти же деньги можно взять максимальную конфигурацию Redmi Note 4X, или даже еще и сэкономить? Смотрите видео, мы постараемся вам помочь. Но для тех, кто хочет сэкономить, делюсь отличным кэшбэк-сервисом. Ссылка в описании. Ну что ж, поехали. Начнем, конечно же, с внешнего вида смартфонов. Тут подход к дизайну смартфонов у производителей кардинально разный. Корпус у Xiaomi неразборный и выполнен практически полностью из металла. Как результат, батарея несъемная, а для установки сим-карт используется гибридный лоток. Или две сим-карты, или сим-карта и карта памяти. Пластиковые вставки сверху и снизу. В черном цвете не отличишь от металлической крышки. Грани и углы скруглены, но достаточно прямые. В целом дизайн более строгий. А вот у Samsung Galaxy J701 корпус пластиковый. Задняя крышка у J701 съемная. Под крышкой находятся также съемные аккумуляторные батареи и раздельные слоты под сим-карты и карту памяти. Тут по удобству стоит похвалить Samsung. На задней крышке смартфонов находится глазок основной камеры и светодиодная вспышка. У J701 возле глазка основной камеры размещен также внешний динамик, а у Xiaomi на задней спинке размещен еще и сканер отпечатков пальцев, которого у Samsung нет. Xiaomi Redmi Note 4X внешне мне понравился больше. Если вы со мной согласны, ставьте лайк. Если нет, пишите в комментариях почему. Диагональ экранов у смартфонов 5,5 дюймов. У Samsung J701 установлен Super AMOLED экран. Разрешение экрана HD, плотность точек 267 ppi. А экран Redmi Note 4X выполнен по технологии IPS. Разрешение экрана Full HD с плотностью точек 401 ppi. Каждый тип экрана имеет свои плюсы и минусы. Углы обзора отличны в обеих моделях. Чуть ярче и контрастнее Samsung J7 Neo. Цветопередача более естественная на экране Redmi Note 4X. В Redmi Note 4X есть также преимущество в виде авторегулировки яркости, которое почему-то отсутствует у J7 Neo. Мультитач в обеих моделях на 10 касаний. Какой экран лучше, решать каждому. Мне больше нравится экран Xiaomi. А вы напишите свой вариант в комментариях. J7 используется съемный аккумулятор емкостью 3000 мАч. А в Xiaomi Redmi Note 4X батарея несъемная на 4100 мАч. При средних нагрузках оба смартфона в среднем живут 1,5-2 дня. Почему так? У Samsung разрешение экрана меньше, а также у него более энергоэффективный процессор. В смартфонах установлен один радиомодуль, при этом смартфоны работают в сетях 2G, 3G и 4G. В качестве занюки смартфоны ведут себя отлично. Небольшое преимущество в Redmi Note 4X за счет второго микрофона для шумоподавления. Но в жизни разницу почувствовать тяжело. Звук внешних динамиков, как и громкость, средняя в обеих моделях. Кого-то выделить не могу. Модуль Wi-Fi одноканальный с поддержкой протоколов BGN установлен в смартфонах Samsung, тогда как у Xiaomi Wi-Fi уже двухканальный с поддержкой протоколов ABGN. Bluetooth версии 4.1 Off Energy используется у J701, а в Redmi Note 4X версия Bluetooth 4.2 Off Energy. Местоположение смартфона определяют с помощью GPS, GLONASS и Beidou. Также оба смартфона поддерживают FM-радио. Кроме того, у Xiaomi есть инфракрасный порт для управления бытовой техникой, что редко встречается у конкурентов. По беспроводным подключениям явным фаворитом смотрится Redmi Note 4X. Если выбирать смартфон для игр, то решение Xiaomi смотрится значительно интереснее. Более подробные тесты игр смотрите в обзорах на каждый смартфон отдельно у нас на канале. Samsung J701 использует 8-ядерный Exynos 7870, а у Note 4X 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 625. И там процессоры построены на ядрах Cortex-A53. Рабочая частота у J7 до 1,6 ГГц, графика Mali-T 820, а у Note 4X частота процессора чуть повыше, до 2 ГГц, а графика чуть поинтереснее, Adreno 506. J7 установлен на 2 ГБ оперативной памяти и 16 постоянной. Note 4X доступен версии с 3 или 4 ГБ оперативной памяти и 16, 32 или 64 постоянной. Смартфоны поддерживают карты памяти объемом до 256 ГБ. Но стоит помнить, что у Note 4X гибридный лоток, и в младшей версии при использовании двух сим-карт это может стать проблемой.
Тут Samsung более практичный. Оба смартфона работают на операционной системе Android 7.0, хотя изначально Note 4X выходил на 6-м Android. Поверх OS у смартфонов установлены фирменные оболочки. У Samsung – Samsung Experience, у Xiaomi – MIUI. Более детально про оболочки в обзорах на смартфоны. Если рассматривать фото и видео возможности обоих смартфонов, то они практически одинаковые. Разрешение основных камер 13 мп, светосила f1.9 у G7 Neo и f2.0 у Redmi Note 4X. Видео смартфоны умеют снимать Full HD разрешение с частотой 30 кадров в секунду. Качество фото и видео смартфонов на среднем уровне. Днем лучше снимает Redmi Note 4X, а вот в условиях недостаточной освещенности Galaxy G7 Neo. По фронтальным камерам мне больше понравился смартфон Samsung. Разрешение фронтальных камер одинаковое, фокус фиксированный. Светосила у G7 Neo f2.2, а у Note 4X f2.0. У Samsung J701 есть также фронтальная светодиодная вспышка. Оценить качество фото и видео вы можете самостоятельно на примерах и высказать свое мнение в комментариях. Не забываем также голосовать в подсказках. Мои отзывы о смартфонах Samsung Galaxy J7 Neo и Xiaomi Redmi Note 4X. Оба смартфона хороши, и их можно смело рассматривать к покупке. Покупая в интернете, не забываем использовать кэшбэк для экономии, как делаем это мы. Ссылку я оставил в описании под этим видео. Выбирая между Samsung Galaxy J7 Neo и Xiaomi Redmi Note 4X, я бы выбрал последний. Чем лучше Xiaomi Redmi Note 4X? Смартфон мне больше нравится внешне и имеет металлический корпус. Мне также нравится экран смартфона и его автономность. Правда, здесь Samsung мало чем уступает. В Redmi Note 4X более мощный процессор. У смартфона есть также фишки в виде индикатора уведомлений и сканера отпечатков пальцев, а также инфракрасного порта для управления бытовой техникой. А чем же интересен Samsung Galaxy J7 Neo? У смартфона более практичный дизайн за счет съемной крышки и батареи и раздельных слотов под сим-карты и карту памяти. Также многим больше нравятся красочные Super AMOLED экраны. Также J7 Neo чуть лучше снимает. А как считаете вы, какой смартфон лучше купить? Поделитесь своим мнением в комментариях, а также проголосуйте в подсказках. Не забываем про лайк и подписку. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях, делитесь видео и каналом с друзьями. Всем бобра, удачи и до новых встреч. Пока!